Открытое общенародное голосование предоставляет людям возможность выбрать тех, кто войдет в региональный список кандидатов в Государственную Думу. В бланке, который получил каждый избиратель при регистрации, 44 кандидата, 16 от «Единой России». Для нас в любом случае это прежде всего общение с людьми и возможность представить себя как потенциальных кандидатов в федеральный список Государственной Думы от партии «Единая Россия». Мы выступаем, мы отвечаем на вопросы, мы показываем нашу молодежь, в том числе, которую никто никогда до этих праймериз не видел. И у жителей области появляется возможность выбрать наиболее достойных. Вначале небольшая информация о том, что удалось сделать партии «Единая Россия» в регионе. Какие положительные изменения произошли в самых разных сферах – здравоохранении, образовании, культуре и многих других. После чего слово было предоставлено нескольким кандидатам, которые за пару минут, отведенных для выступления, коротко успели рассказать избирателям самое главное о себе, о своей деятельности и политических взглядах. Нужно развивать не только производство, но и развивать и деревню. Чтобы было будущее у деревни, надо привлечь молодежь. Мы этим и занялись. Вначале начали строить жилье. На сегодняшний день 12 молодых семей мы уже обеспечили жильем. И в этом году предоставим еще жилье для 4 семей. После выступлений кандидатов у присутствующих в зале избирателей была возможность задать любые интересующие вопросы первым лицам области. В ходе диалога жители Клинцов затронули множество тем, в том числе и проблему выплаты социальных пособий и оплаты ЖКХ. Мы не все успели касаться военных пенсионеров. Мы сделали не все социальные пособия, не полностью защитили, не полностью много-много наших проблем. У нас очень много проблем. Но у нас есть команда, у нас есть губернатор. У нас есть лидер Владимир Владимирович Путин. У нас есть президент. Наши коллеги-депутаты, вот рядом со мной в Государственной Думе, я еще раз подтверждаю, как человек, который единомышленник, всегда готовы помогать. По итогам встречи каждый из избирателей сделали свой выбор, поставив галочку напротив одной или нескольких фамилий. Это очень важно, чтобы видели люди, читали, узнали что-то, что сделали кандидаты, что хотят сделать. Очень важно. Это нужно делать, ходить в народ, советоваться с народом, чтобы было все гласно и прекрасно у нас в жизни. Екатерина Зодина, Дмитрий Комаров, «События Клинцы».